Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами тут Эмпаут, а мы продолжаем играть в Террарию. Как вы помните, в прошлой серии я много чего не сделал печку и всякую еще фигню. Ну, короче, бог с этой печкой, смотрите, что я нашел. О, видите, гигантское облако. Это просто жесть. Вот, я на этом облаке хочу сейчас в скором будущем поселиться, потому что это будет очень прикольно смотреться. Кстати, насколько вы поняли, я сделал быструю прокачку в Террарии, но не судите меня. Короче, мы сегодня будем валить босса, одного вредного босса. Мы, кстати, может быть, сегодня и построим новый дом, но сначала мы должны завалить босса. Только мне бы сейчас пригодилась моя кирка. Блин, а вот проблемы. Я вообще не знаю, вот как слезть вот с этой штуки. Как все слезть? Не научился пока с этой штуки слезать. Блин, ладно, перезайдем в мир. Ну что, буду учиться. Поэтому лучше мне с крыльями походить, вот реально. Так, смотрите. Мне надо бы кирку сделать. Или вот это. О, вот молот, вот это вот. Все, готово, супер. Я готов идти валить босса. Ну что, приступаем. Где у нас там босс? По карте. Он где-то у нас вот тут вот за горами, за лесами. Ага, вот он. Все, сейчас до него долетим. Мы ему сейчас такую жару зададим. Ух. Просто жесть у нас будет. Тут у меня еще автомат есть. Короче, прокачался я вообще отлично. Мне никакие боссы не страшны. Никто нам не будет мешать проходить Террарию в быстром случае. Ну что, боссик, ты где находишься-то, родной? Долго ли мне до тебя еще? А, ну, уже прилетели на кровяная вода. Да, мы уже прилетели, это он. Так, тут можешь войти. А, ну да, это и есть его щели. Сейчас все сделаю. Где я тогда нашел его сердце? Короче, он выглядит как гигантские мозги. Так, сердца мне не нужны, сердце прокачался, вообще просто жесть как. Так, во. Где моя бурилка? Так, все. Ну что? Приступаем. Что нам тут досталось? Ух ты. Это какой-то пистолет, ну давайте его лучше продадим. Блин, ты чё тут делаешь? Иди нафиг от меня. Ишь ты, мочит меня еще. Сейчас я тут все пробурлю и все будет у нас. Давай, ломай. Так, это чё? А, скринс. Ну все, сейчас еще последнее сердце надо сломать, и он будет. Да блин. Ну-ка, давайте поудобнее что-то переключу. Во. Вот так. Уйдите от меня, ключара. Так.
Ага, вот и последнее сердце. Ой, у меня нет больше моей. Блин, не привыкли что-то. Так. Дайте мне уже это сердце сломать, и мы вращать. Так, все, ломаю. Все сломал, и мне сейчас капут, по идее, должен быть. Ты где? А, вот ты. Ты чё, блин? Я ж пошутил, братух. Воу-воу-воу. Осторожней давай. Так быстро. Это называется, убили босса за 5 секунд. Чё он нам дал? Трофей-то дал хотя бы. Инфу какой-то. Где мой трофей? Эй. Я трофей хотел, ау. Где мой трофей? Никто мне не скажет. Ну что ж, ладно. Босса мы убили. Так. Супер. Так, я быстро прокачался. Это все благодаря быстрой прокачке. Я уже говорил, а еще один пистак, только это какой-то прокачанный. Ладно. Улетаем отсюда. Сейчас построим мне новый дом в облаке. Все у нас будет зашибись. Так. Что у меня вот тут? Где это мой дом? Или я его пропустил? Ой. Тут этот должен быть. Чувачок какой-нибудь. Так, давай вот это. Весело на улице. Жесть. Вот это да. Вот это погодные условия. Невеселые. Так, ну что у нас тут будет? А, это еще не долетели. Вот сейчас вот долетим. Давай-давай, долетели. О, долетели. Так, а теперь мы вот сюда. Где мое облако? Ага, вот тут вот где-то мое облако. Если я его не пролетел. Или я его пролетел? А, ну вот. Вот оно, мой облак. Только откуда тут дождь капает, хрен знает. Идеально. Сейчас прям тут сделаю себе дом. Блин, если мне мешать посторонние не будут. Откуда еще один пистолет? Офигеть, уже 3 пистолета. Откуда они только берутся? Ё-моё. Я охреневаю. Так, пусть у меня вот такой вот тут особняк здоровый. Ну, пока так наложу фундамент. В следующей серии не буду продолжать, я уже к следующей серии все сделаю. Где мой город? Вот он. Охренеть босса за пару секунд. Просто за пару секунд. Даже не думал. О, рыба. Привет. У меня тут рыба, кажется, еще есть. Так, ну-ка. Ну, в принципе, для этой серии, думаю, достаточно. Или недостаточно. Так, ну-ка.
чтобы тут можно было сделать. Вот это вот мне интересно. Зомбак тут. Что тут делает зомбак? Что вы тут делаете? Вы тут не должны быть, это облако. Так. Идеально. Блин, знал, что еще вторую дверь надо сделать. Ну ладно. Так. Ну что ж, дорогие друзья. С вами был Тутенпаут. До новых встреч. Всем пока.